Всем привет, друзья! Сегодня открывал вот такие пакетики, и не представляете, что мне выпало. Это очень редкая мини-фигурка мистера Голда. Самые внимательные заметили из вас, что в 13-й серии мини-фигурок нету мистера Голда. Ну и вы будете правы, потому что эта мини-фигурка простая подделка из Китая. Всем привет, друзья! Вы на канале Обзоры Брик. Сегодня мы будем открывать посылку с мини-фигуркой. Здесь лежит всего одна мини-фигурка, но она достаточно интересна. Давайте приступать. Эта мини-фигурка очень редкая в Лего, но из Китая ее можно заказать всего за 60 рублей. У меня из Лего ее нет, поэтому я подумал, почему бы не заказать. Она очень прикольно будет смотреться на полке. Давайте ее откроем и соберем. Вот такой вот у нас золотой человечек. И вот я собрал нашу золотую мини-фигурку. Но сборку, к сожалению, я вам не показал. А все потому, что она очень сложно собирается. Сейчас я вам расскажу почему. Единственное, что хорошо собирается у этой мини-фигурки, это, пожалуй, его ноги. Потому что они еле как держатся. Но все остальные части тела, сейчас я покажу вам, как двигаются. То есть они вообще не двигаются. Очень-очень с большими усилиями. Поэтому, кто хочет заказать эту мини-фигурку для игры, пожалуй, этого делать не стоит. Но если кто-то, например, как я, хочет заказать эту мини-фигурку, чтобы просто поставить на полку и любоваться ей, то, в принципе, можете заказать. Плохое движение ног и рук здесь совсем не помешает.